У нас начался заключительный день выставки «Протэкспо», и сейчас со мной в гостях Александр Тарасов, кондитерская фабрика «Сладость», расскажет, как для них прошла данная выставка. Ну, мы итогами выставки достаточно довольны. Подводить, конечно, их сейчас на этапе самой выставки рано. Окончательные уже оценку будем давать по результату наших проведенных переговоров, но уже могу сказать, что продукцию по достоинству оценили не только на регионы нашей страны, которые приходили, активно интересовались печеньем, конфетами, которые наша фабрика «Сладис» Ульяновская область производит, но и из стран ближнего зарубежья, и даже дальнего. Скажите, в следующем году вас можно ожидать на выставке «Протэкспо»? Ну, мы ежегодно посещаем выставку, нас приглашают сюда и наши партнеры, и мы с удовольствием всегда едем, поэтому мы всегда открыты, рады сотрудничеству. Александр, спасибо огромное, что были с нами. Всего самого наилучшего. Спасибо.